Всем привет, ребята, меня зовут Султан, и вы на моем канале. Сегодня я буду играть в Майнкрафт. Второй раз. Давайте посмотрим, какой я дом построил. Вот такой у меня домик посередке. Сундук, верстак, котел, печка. Все как имеется. В реальной жизни также я построил. Так, только еще книжный шкаф. Книжный шкаф. Вот какая красота у меня получилась. А где тут есть это? Кровать. Я не могу кровать найти. Вы сейчас, ребята, не подумайте, я просто Майнкрафт не сильно играю, так редко. Где... Блин. Может, тут, наверное? Нет. И что мне теперь делать? Я не могу найти. Так. Где тут? Тут только и картины есть. Охранники. Какие-то. А давайте сейчас мы построим охранников. Сделаем. Так, там надо головы. Я, короче, ничего не могу найти. А, вот, нашел. Где-то тут вот было... Сейчас я... Вот. Будет у меня Стив. Стивен. Так. Нам надо еще меч. Вот меч тоже будет вот такой. Пошли покажу... А, точнее, пошлите покажу, как это все делается. Делается это легким способом. Так. Ой. Так. Ой. Вот, легким способом. Так, что нам надо еще сделать? Так. Вот нашел. Так, и берем меч. Же было. Вот, посмотрите, вот такой у меня получился охранник в Майнкрафте. Ну, еще, наверное, сейчас одного сделаем. А, у меня еще кровати нет. Где тут кровать? Я вот кровать вообще не могу найти. Непонятно, где она тут. Ну, должна быть кровать. Это что такое-то? Как я, блин, без кровати буду спать? Ну, блин. Как? Ребята, подскажите, где тут вообще кровать в Майнкрафте? Это не Real Upper City, блин. А это что такое? Какой-то сундук. Так. Нашел, наконец-то, спустя 5 минут кровать. Вообще нормально. Свинюшки. Да, наконец-то. Ну, вот такая вот кровать. Ну, пусть, наверное, вот такая будет.
Двухместная, наверное. Ну, давайте двухместная пусть будет. Как ее делать-то? Вот такая кровать двухместная. Большая. Ну, он же не сильно худой. Посмотрите на него. Тоже жирный такой. Вот, пусть будет две кроватки. Здравствуйте. А почем мясо? 500 рублей кило? Ой! Сейчас, а мы его сделаем обратно. Где, где? Вот и сказал 500 рублей кило. Где, где эта штука? Да ладно, без него нормально. Самое главное, пусть ночи сторожит. Вот такой у меня домик. Дверь я неправильно сделал. Так, надо ее вот так вот положить и написать вывеску. Так. Я помню, я как-то портал делал. Блин, ну я не помню как, честно, вот. Табличка. Пусть будет вот такая крутая вообще. Нет, тут мне таблички не надо вот тут. Где, как ее поставить? Пусть будет вот так вот. Как пишется Гагаринская? Ну ладно, пусть будет так. Вот такой дом. Давайте сейчас попробуем завести кошку. Тут же есть эта кошка. Так. А где тут кошка? Неизвестно. Да не рычи ты там. Свинюшка или кто-то. Вообще ничего не могу найти в этой игре. Да открылся уже Глент, блин. Глентини. Где? Да ёб твою мать, блядь. Ой. Вот человек не играет в Майнкрафт часто, вот поэтому и ничего не может найти. Чё? Чё за херня? Где? Где кошка? Где? О, шо. Мне бы зверюшку бы какой-нибудь. Это кто такой? Сейчас я попробую найти свинюшку. Ее тут не наблюдаю. Хватит кричать. Нету, ребята, не нашел. Кира. Может, вот это? Ветро лосося. Ой! Ой, затопилось и все. Капец. И что мне теперь делать? Ведро, ведро, ведро. Да блин. Ребята, что делать? Затоп! Как ее начерпать-то, блин?
Блин, мне вообще никто не подсказывает, что за херня вообще. Беру ведро и никого нет. А это что опять такое? Какие-то рыбешки. Бедный карась. Наконец-то, спустя. Ой, бедная рыбка. Уви. Как ее? Рыбешка. Блин. Вы че, блядь, попутали нахуй все тут, блядь. Я сейчас вам за свинюшку голову оторву. Бичи, блин. Что за херня творится? Сейчас я возьму меч и их полностью. Ходят, блин, тут по моему району. Да заткнись, сука, блядь. Вот такой у меня домик. Крутой. Очень крутой дом. Сейчас надо мне найти кошку. Кошку я не наблюдаю. Только и салют вот такой. Давайте попробуем, постреляем. Спасибо, спасибо, ребята, спасибо. Вот, короче, как-то так. Ну ладно, ребята, всем пока. Вы были на канале Султанго. Всем пока-пока.